Здравствуйте, друзья! Всем нам хочется научиться играть с компьютерной точностью. Но, надеюсь, никому не хочется читерить. Возможно ли показывать точность игры выше 95% на личесе, не прибегая к помощи стокфиша и другому жульничеству? Да, это возможно и на самых разных уровнях. Сегодня мы с вами разберем быстренько три партии, сыгранные и супергроссмейстерами, и рядовыми мастерами, и даже обычными любителями, где один из игроков показал фантастическую точность, и попробуем научиться понять ключевые моменты точной игры. Итак, начнем мы с вами с партии двух сильных игроков. Белыми играл Богдан Даниэл Диак, а черными Хикару Накамура, самый знаменитый шахматный стример. Итак, d4, конь f6, c4, b6. F3, ну, корявенько играет Накамура, ему позволительно. И первый вопрос к вам. Поставьте видео на паузу, как бы вы здесь пошли на месте белых. Когда вы сняли видео с паузы, мы действительно можем пойти по-разному. Мы можем побить DE, можем укрепиться E3, можем пойти D5. Да? Ход D5 был выбран румынским гроссмейстером. Почему этот ход сохраняет белым комфортную позицию? Дело в том, что самая большая зона потерь оценки, да, позиции приходится на неудачные размены. Когда мы в результате разменов немножко отдаем свое пространство. О чем я говорю? Дело в том, что пока у нас пешка стоит на d4, она своими боями контролирует поля c5, e5. Туда черные фигуры не могут становиться. А в случае размена d, конь e5, скажем, уже контроль теряется. Да, у белых все еще есть перевес по пространству, прежде всего потому, что черные корявенько разыграли дебют, но это уже не такая прекрасная позиция. То есть первый совет для компьютерной точности игры. Не отдавайте просто так пространство, особенно на разменах. Отсюда ход d5. Конь e7, e4, конь g6, слон e3, слон c5. Второй момент. Попробуйте здесь угадать сильнейший ход за белых. Когда вы сняли видео с паузы, румынский гроссмейстер сыграл здесь ферзь d2. Это продолжение того же первого правила. Старайтесь разменами не отдавать сопернику дополнительных клеток. Это лишает вас пространства, а соответственно после анализа сыгранной партии стокфиш будет вас лишать каких-то сантипешек за сдачу пространства. То есть явно не слон c5. В случае взятия на e3 мы хорошо ставим своего ферзя и немножко, но контролируем поле c5. Хотя да, здесь допустимы были и другие ходы, но такими ходами как d5 и ферзь d5 гораздо проще вести партию и гораздо меньше приходится смотреть на угрозы соперника. d6, конь e2, конь c1. Обратите внимание, как играют белые, да? У них есть какой-то свой план развития фигур. То есть они пытаются гармонично поставить и коня, и слона с f1, чтобы никто никому не мешался. Да? И идут играть на ферзевый фланг. Почему они идут играть на ферзевый фланг? Потому что какая-то активная игра на королевском фланге, скорее всего, приведет к созданию слабости, к проблемам с безопасностью нашего короля, а соответственно, к чуть худшей позиции. Ну, в сравнении с той, которая получилась в партии, естественно. Конь h5. Следующий очень-очень важный момент. Поставьте видео на паузу и найдите ход здесь. g3. Именно ход g3 является, можно сказать, краеугольным камнем победы белых в этой партии. Казалось бы, что такое? Да? На самом деле, это, с одной стороны, продолжение тренда на сохранение пространства. Мы не пускаем черные фигуры ни на f4, ни на h4. Но самое главное, профилактический ход практически обязан быть сделан в хорошо сыгранной партии. Да? Можно уже пока сформулировать начальную часть нашей формулы успешной и точной игры. Гармонично развиваем фигуры, боремся за пространство. Не забываем делать профилактические ходы. Усложняем сопернику игру по максимуму. Рокировка. Конь b3. Угроза получить преимущество двух слонов после конь бьет c5. Размен. И f5. Это ошибка. Это неточность. Но почему же такой сильный шахматист, как Накамура,
делает такую неточность. Дело в том, что если сейчас не начать подрывать центр ходом f5, белые прекрасно завершат развитие ходами. Слон d3, уйдут в рокировку. А дальше начнут свою типовую игру на ферзевом фланге. Уберут куда-то коня, поставят пешку на b4 и совершат прорыв в c5. План, с одной стороны, долгий, но с другой стороны, практически неотразимый. Помешать ему как-то глобально нельзя, только развязав игру на другом участке доски. Накамура развязывает бой на королевском фланге. И вот тут поставьте видео на паузу и двухходовый вариант найдите, пожалуйста. Да, тут в глаза бросается довольно легкая тактика EF G4. Однако издалека не так легко решиться на эту тактику, особенно играя против Накамуры. В чем дело? Дело в том, что после хода ферзь H4 проблемы начинаются у белого короля. Обратите внимание, до этого момента белый король себя чувствовал превосходно, мы делали хорошие профилактические ходы, и тем самым сложно было нас подцепить. Однако, если вовремя и максимально жестким образом не отреагировать на неточность соперника, то, конечно, никакой партии с 95% точностью, или в данном случае с 97% точностью, не получится. То есть, первую часть партии мы играем спокойно, надежно, профилактические ходы, захват пространства, забота о безопасности своего короля. Но, как только соперник дернется, убаюканный таким неприятным для него психологическим течением игры, нужно его наказывать жестко и агрессивно. Да, встал под тактику, наказываем. Проблемы с безопасностью короля будут компенсированы лишней фигурой. Но впереди еще один важный пункт точной игры. Вот получили лишнюю фигуру. Включили все свои фигуры в игру. И теперь, да, тут можно было, конечно, и король e3 пойти, но очень неприятно было бы видеть ход ладья с а на f8. Очень неприятно, поэтому, чтобы не доводить дело до матовых угроз, румынский гроссмейстер пошел королем на e1. Таким образом, под боем и ладья, и конь. И что мы видим? Мы видим просто лишнюю ладью. Просто лишнюю ладью. Дальнейшее дело техники, однако и техника очень важна, да, если мы уж говорим про точную игру до конца. Что мы делаем? В первую очередь защищаемся от угроз, во вторую очередь вымениваем все активные фигуры игры. Правило Фишера. Да? Почему Фишер был таким сильным? Только у соперника появлялась активная фигура, она сразу выменивалась. Ну, конечно, тут с лишней ладьей иногда создается ощущение, что и левой пяткой можно играть, и по-разному, да, но все-таки желательно играть технично. И в дальнейшем, после разменов, через какое-то время произошло вторжение уже белых ладей в лагерь. Да? То есть произошли размены, ладьи заехали в лагерь, ну и Накамура признал себя побежденным. Давайте теперь посмотрим. Ну, с одной стороны, чего еще ждать от супер-гроссмейстеров? У румынского гроссмейстера рейтинг FIDE в классику 2690, то есть почти 700-ник. Накамура там вообще один из лучших игроков в мире. Чего от них ждать? Могут ли другие игроки играть с точностью 95% и выше? Или это будет читерство? Я хочу показать одну свою партию. Причем самая забавная, сыграна она была... Ну, в таком легком режиме, то есть я 3 плюс 0 играю вообще редко, и тут реально там выдалось свободные 5 минут, сел, сыграл, сам удивился от 97% точности игры. Хотя тоже было все просто и логично. Итак, в начале дебют поклонники староиндийской защиты порадуются, да, ибо она была разыграна. На ход b3 я сразу подцепил немножко по... большой черной диагонали поле d4. И давайте теперь подумаем, какой ход лучше всего сделать в этой позиции черным. Сейчас, когда вы сняли видео с паузы, хочу сказать, что, конечно же, надо делать такой ход, как слон d7. Вспоминаем первое правило успешной игры. Ни в коем случае не сдаем пространство неудачными разменами. Вообще, если вы не знаете, почему размен хороший, если вы не можете твердо и четко ответить на этот вопрос, то размен для вас является плохим. Давайте такое правило для себя запомним. Не будем его считать нейтральным. Ну, не знаем, почему размен хороший, значит, он плохой. Вот.
Поэтому слон d7, то есть завершается гармоничное развитие. И готовится атака на ферзевом фланге. Не на королевском. Да? В стратегической защите мы привыкли к лихим атакам на королевском фланге. Но это работает только когда центр закрытый. Да? Почему? Потому что если хотите играть точно, безопасность вашего короля должна быть идеальной. И вы ей готовы поступиться только в случае, когда вы дождались ошибки какого-то ослабляющего хода соперника. Пока ошибок белые не совершали, поэтому готовим наступление, атаку пешечного меньшинства на ферзевом фланге. Если, кстати, интересно про атаку пешечного меньшинства, пишите в комментариях. Сниму дополнительное видео, что это такое и с чем его едят. Потому что она бывает не только в карлсбадской пешечной структуре. Идем дальше. Ладья c8, ферзь a5. Ну, порядок последних трех ходов, он, как говорится, на любителя. Можно было играть в начале a6, потом ладья c8, потом ферзь a5. Можно было наоборот. Но обратите внимание. Черные, хоть и немножко уступают в пространстве, делают так, что белые практически не могут залезть на их территорию. Только вот поле d5 остается доступным для белых фигур, и то с большими оговорками, потому что тут какое-то давление на пешку а не самое приятное. Да, то есть, что в прошлой партии двух супер-гроссмейстеров, там слабейшая сторона, в том случае Накамура, не могла никак залезть на территорию соперника. Что здесь? Вроде бы даже уступая в пространстве, черные на свою территорию никого не пускают. Не пускаем на свою территорию фигуры, значит, вряд ли ошибемся, значит, получится точная и сильная партия. Ферзь Е2. Ферзь Е2. И тут поставьте видео на паузу, возможно, самый сложный ход в партии. А какие ходы самые сложные в партии? Самые сложные — это ходы профилактические, да? Черные уже все подготовили для атаки пешечного меньшинства. Казалось бы, можно бить на d4 и играть b5. Да? И прекрасно захватывать пространство на ферзевом фланге. Но есть одна беда. Когда мы смотрим на движение пешек, что своих, что соперника, надо все время проверять, какие линии и диагонали открываются. После конь d4, ed открывается линия e, что для нас не очень приятно. Отсюда и берется профилактический ход ладья с f на e8. Тем более, что белые не могут совершить никакого ни нападения, ни выгодного им размена. То есть, играя конь c6, они только сдадут пространство, сдадут нам поле d5. Понятно, что мы, может быть, быстро какую-то атаку не получим, но все равно будем себя чувствовать хорошо. Ладья d1 был сыгран такой, не знаю, нейтральный какой-то ход. И все, конь d4, b5. Свой план черные провели. В предыдущей партии Диака с Накамурой. Накамура всячески пытался помешать плану Диака и подставился под тактику с выигрышем фигуры. Здесь белые надеялись просто хорошо стоять. Ни в том, ни в другом случае успеха они не имели. Почему? Потому что, во-первых, черные нигде не отдавали дополнительно пространство. То есть весь тот пространственный перевес, который в этой партии белые имели до этого хода, они получили только в результате разыгранного дебюта. Да, не из-за того, что я где-то там неаккуратным разменом что-то отдал. Да? Дальше были сделаны все профилактические ходы. И когда пришло время наказывать соперника либо за ошибку, либо за пассивность, все-таки главное здесь не промедлить. Вот в итоге мы и не медлим. Да? Мы не спешили в начале до идеальной расстановки своих фигур. А теперь мы уже спешим и не медлим. Да? Обычно у большинства игроков получается наоборот. С дебюта спешим в атаку, в неподготовленную. Где-то там неаккуратный размен, где-то там слабый ход. И бац, и вот мы в плохой позиции. Надо действовать наоборот. Вначале играем медленно, вкрадчиво, затем сильно и агрессивно. Итак, черные получили уже довольно хорошие шансы на ферзевом фланге. На королевском все защищено. Про короля вообще даже речи не заходят у белых для атаки. И грозит выигрыш пешки. b4, ферзь a2. Ну, тут уже очень дорог хороший совет белым. Да, тут они пошли ферзь c2. И вот приходится раскачивать соперника. После раскачивания, опять же, главное не промедлить. Да? То есть первые 10-15 ходов главное не спешить. Заботиться о пространстве, заботиться о правильных разменах, заботиться о безопасности своего короля.
Как только соперник ослабился, главное не промедлить и найти сильный, хороший ход. Поставьте видео на паузу, найдите за черных здесь сильнейший ход. А сейчас, когда вы сняли видео с паузы, давайте посмотрим на прекрасный ход Е5. Да, подцепили пешки соперника, ну и соперник на радостях совсем уж развалился и через пару ходов сдался. Да, отсюда и точность 97%. Вот. Почему? Потому что черным просто негде было ошибаться. Да, почему не 100? Потому что, соответственно, с дебюта пространство было немножко отдано сопернику. Но самое главное, до какой-то известной границы. Больше никаким плохим разменом пространство не отдавалось. Ну и казалось бы, ладно, там гроссмейстер, ладно, тут я все-таки какой-никакой мастер. Хотя, судя по последним стримам, скорее никакой. Но может ли игрок с рейтингом 1600 или 1700 также точно играть? И ответ да. Давайте посмотрим партию. Я ее специально к видео нашел в одном из турниров по блицу для людей с рейтингом до 1700. Вот. Казалось бы, не могут люди с такой точностью играть, но все же, да, тут, правда, небольшая погрешность, искать пришлось тяжело, и точность здесь 92%, а почему? Потому что уже на третьем ходу, видимо, в большой спешке были перепутаны немножко ходы, слон c5, конечно, съела большую часть точности черных в этой игре, но давайте, как говорится, закроем на этот факт глаза, все-таки 92% точность тоже весьма неплохая. Да, и здесь мы видим то же самое. Да, тут, конечно, после хода конь Е5 пришлось бы, изобретать пришлось бы черным. Хотя это не смертельный какой-то ход, не страшный. То есть нельзя сказать, что в проигранную позицию попали. Но, идем дальше. Дальше уже ставятся позиции, вот обратите внимание, да, отнимается пространство у белых фигур. Делаются профилактические ходы, вот вроде H6. Запомните, на самом деле довольно многим начинающим шахматистам просто советуют, что как только у ферзевого слона появился выход, сразу же его ограничивать. Очень полезный профилактический ход, который затрудняет сопернику игру. Чем труднее сопернику играть, тем сложнее вам ошибиться и сыграть некачественную партию. Пешка H3, пешка D6. Дальше вспоминаем правила Фишера, да, то есть видим активную фигуру соперника, давайте ее менять. К тому же, если она меняется на какую-то нашу неиграющую фигуру. Вот. Обратите внимание, король нигде у черных не страдает. С безопасностью короля полный порядок. Да? Пространство черные тоже нигде не отдали. Да? То есть они вообще не дали на G5 пойти. Поборолись за поле D5 уже на один удар на поле D5. У белых меньше. Ну, единственное, здесь мне ход ладья E8, не знаю, не очень нравится. Я бы, наверное, сразу D5 где-то играл. Но тоже это заранее защищается поле E5. И как только соперник ошибся, да, вот смотрите, предыдущей игрой позиция черными держалась на уровне равенства. По компьютерному оценка здесь равна, как и в дебютах там партий, показанных ранее в этом видео. Но играть ее белыми уже тяжеловато. Уже тяжеловато. Почему? Потому что когда ты там, играешь белыми, не можешь вывести свои фигуры в атаку, ну, как-то психологически это все гнетет. И поэтому белые сразу же ошибаются и попадают под темпы. Дальше ошибка только усугубляется, но тоже вот обратите внимание, да? Мы не радостно бежим, конь c2 бьем. Опять же, в первую очередь, не отдать пространство, не отдать фигуры. Профилактический ход, король h8. Дальше оказывается, что пешку на c2 спасти-то нельзя. Да, вот, собственно, соперник был наказан за свои неточности. Ну и дальше начинается реализация. Реализация, кстати, тоже. Вот обратите внимание на несколько характерных моментов. Вот смотрите, конь пошел на h5. Ферзь напал на коня. Вот. Поставьте видео на паузу, как бы вы здесь пошли. А сейчас, когда сняли, я уверен, что многие бы захотели сактивничать и сыграть ферзь g5. Ну, вроде пешку f7 не так страшно отдавать, тут удар на e3 страшный, да? Но это тоже не точность. Почему не точность? Потому что ход ферзь g5 отдает пространство. Белые успевают защитить пешку e3. Успевают защитить пешку e3. И в то же время создают какие-то вилочные угрозы. Возобновляется угроза хода ферзь f7 где-то в вариантах, да? То есть, опять же,
Черные признают свою ошибку, убирают коня на f6. Какой точный ход, да? Вовремя признать свою ошибку, это тоже очень полезный навык. И все, и белые больше не могут прицепиться буквально ни к чему. Дальше следует избыточная защита и тот же самый принцип Фишера. Видим активные фигуры, вымениваем их. Вымениваем их. Все. То есть, ну, понятно, тут немножко, конечно, чуть-чуть реализация похромала. Я бы еще c6 сыграл вместо ладья c8. Но через какое-то время, черные вполне себе благополучно поддушили белых. И белые, в конце концов, ошиблись и проиграли. Давайте подведем итоги. Важный момент. Без помощи соперника идеальная точность игры не получится. Если соперник будет постоянно ставить нам проблемы, очень сложно будет показывать точность 95% и выше. Но мы должны делать все, что зависит от нас самих. Да? В первую очередь следить за угрозами соперника, за его бьющими фигурами. Обратите внимание, ни в одной из трех показанных партий у соперника не было трех бьющих фигур сразу. Да? Дальше, следить за пространством, ни в коем случае не отдавать его непродуманными разменами. Хотя рука иногда прям чешется, побить, совершить какой-то размен, чтобы не терять темп. Третье, следить за безопасностью короля. В большинстве партий победившая сторона либо активничала на ферзевом фланге в центре, либо готовилась там активничать, чем вызвала какую-то неадекватную реакцию соперника. Ну и четвертое, важнейшее правило, да? Если соперник ошибся, если соперник допустил неточность, дернулся, другими словами, да, наверное, слово дернулся тут идеальное, ни в коем случае нельзя медлить. То есть мы в первой половине партии следим за пространством, делаем профилактические ходы, следим за своей безопасностью. Как только соперник дернулся, нет больше промедлений, агрессивно вскрываем игру и нападаем.